Какие мальчишки! Баба-яга! Вы такие красивые сегодня! Да. Скажите мне, а вы любите танцевать? Да! А будете со мной танцевать? Да! Вот так с первых минут появления на агробиостанции университета имени Пушкина мальчишки и девчонки очутились в сказке. Юным гостям предстояло пройти 7 различных станций, где их ждали сказочные герои с интересными заданиями. Ребята пели и танцевали. Высоко, ярко солнце светит, да чего? Рисовали, разгадывали загадки, быстрее других проходили полосу препятствий, чтобы спасти хранительницу детства. С 8 мая по 1 июня проходит месячник Белорусского Красного Креста. В рамках этого месячника проводится много информационных мероприятий, благотворительных мероприятий. И сегодня у нас проходит традиционное мероприятие, которое мы проводим к Дню защиты детей. Раньше мы как-то проводили прогулки на теплоходе, а вот уже второй год мы проводим тут на агробиостанции университета имени Пушкина. Мы пригласили детей с особенностями психофизического развития. Это коррекционно-развивающий центр ВЕДА, специальная школа с Ленинского района, номер 1. Чтобы спасти хранительницу детства, ребятам предстояло собрать все части пазла. И чтобы справиться с этой задачей, мальчишкам и девчонкам помогали сказочные персонажи. Их роли с радостью сыграли студенты-волонтеры Красного Креста. По всем направлениям Белорусского Красного Креста работают волонтеры. И без волонтеров Красный Крест не смог бы оказывать такую помощь, какую мы оказываем уязвимым слоям населения. А вот сегодня День защиты детей, особенное внимание мы уделяем детям. Тут работают специалисты. И они готовят эту программу, потому что в университете и психологи готовятся, и социальные педагоги готовятся. Поэтому вот они и готовят эту программу. Подбирают это и игры, и все, что именно, вот где могут участвовать детки с особенностями психофизического развития. Данное мероприятие уже традиционное, каждый год мы приглашаем к нам ребят, это дети-сироты, дети-инвалиды, и проводим такое мероприятие. И так как оно очень откликается среди детей, их родителей, мы сделали это доброй традицией. Наша программа меняется каждый год, потому что некоторые дети к нам приезжают по несколько раз, и, конечно же, мы адаптируем ее под детей. Под особенности детей. 25 мальчишек и девчонок справлялись с препятствиями на ура, и неудивительно. Замечательная погода, хорошее настроение и по-настоящему красивая природа поспособствовали быстрому и правильному прохождению препятствий. Одной из интересных точек, где ребята должны были в игровой форме показать свои умения и знания, стал тематический ковер от ГАИ. После прохождения этого этапа хранительница детства была расколдована. Сегодня в Международный день защиты детей сотрудники госавтоинспекции Брещины принимают участие в проведении профилактического мероприятия с несовершеннолетними. Главная задача – это, конечно же, в очередной раз напомнить детям об важности соблюдения правил дорожного движения, напомнить о ошибках, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям и, конечно же, их предостеречь. Все это будет проводиться в игровой форме, ведь дети именно таким образом лучше усваивают материалы. Новшеством и кульминацией детского праздника стали не только разноцветные шары, но и вкусные, приготовленные с любовью и заботой пряники. Специалист по экономике администрации Московского района Александра Анатольевна испечь прянички. И каждому ребеночку мы будем вручать ребенку пряник от нее. Я думаю, что он будет очень вкусненький, потому что она его пекла с такой любовью, нежностью. И поэтому вот они получат сегодня такой сувенирчик от нас. Организаторы бесспорно постарались, чтобы этот праздник удался на все 100. А ребят еще долго переполняли эмоции счастья и радости. Потому добрые волшебники, представители Красного Креста и университета имени Пушкина еще раз соберутся, чтобы сделать жизнь маленьких гостей веселее, ярче и краше. Мне все понравилось сегодня. То, что мы складывали пазлы и выполняли задания и выполнили все задания. Мы спасли красавицу Васебничу. Мне понравилось тут все. Я хотела сюда бы вернуться еще один раз. Мне понравилось то, что я собирал пазлы. Мне понравились игры.
интересные. Мне бы хотелось много раз тут быть. Мне вообще понравилось. Это самое красивое место. Анастасия Мельшкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук ТВ.